Кабинет флюорографии полностью обновили в Щелковской больнице, а именно в обособленном подразделении имени Матвея Гольца во Фрязине. Там провели косметический ремонт, заменили систему вентиляции и освещения, установили новые свинцовые рентгенозащитные ставни на окна. Все это благодаря национальному проекту здравоохранения, цель которого – обеспечить оказание медицинской помощи рядом с домом, учебой, работой. Кабинет флюорографии начнет свою работу уже в ближайшее время. Вся информация будет передаваться в электронном виде в основные системы ЕМИАС и ЕРИС. Это позволит сокращать время приема пациента, а также быстрее ставить диагноз. Еще один плюс для пациентов – это возможность так называемого второго мнения. Поскольку снимок будет находиться в общей электронной базе, любой врач, имеющий к ней доступ, сможет его посмотреть. Знаете ли вы, что здесь скоро откроется новый графический кабинет с новым аппаратом? Да, знаю. И мне это очень приятно, что не надо куда-то обращаться, а именно будет здесь хороший аппарат. Всего в этом году в Щелковскую больницу будет поставлено более 20 единиц нового медицинского оборудования. Медучреждения уже поступили. Современный аппарат респираторной поддержки, а также 4 аппарата для диагностики и лечения зрения. 2 ревкератометра и 2 тонометра. В ближайшее время доставят рентгенаппарат, уретроскоп, лазерный резектоскоп. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.